худеешь ты себе, худеешь, правильно питаешься. Не пьешь газировки сладкие, не пьешь, друзья. А ведь так хочется иногда вкусных газиков попробовать. Есть выход из этой ситуации. Без консервантов, без улучшителей вкуса можно сделать домашний лимонад. И поможет нам в этом Андрей Сапсаев. Привет. Привет. Это президент Ассоциации барменов Алтайского края и просто человек с большой алтайской душой. Чтобы приготовить облепиховый лимонад, возьмите 200 мл содовой, 25 мл сахарного сиропа, 10 мл лимонного сока, 30 граммов свежемороженой облепихи, 10 граммов свежего огурца. Приготовим сахарный сироп. На деле все очень просто. В равных пропорциях смешиваем до полного растворения сахар и горячую воду. Лимон кладем в бокал, выпускаем сок с помощью мадлера. Дома возьмите так называемую в простонародье толкушку. Потом в бокал добавьте несколько кружочков огурца и облепиху. Добавляем минеральную воду, сахарный сироп и немного льда. Лимонад готов. Второй рецепт нашей программы – это смузи клюквины. Для смузи нужно взять 70 мл кваса, 50 граммов клюквы свежемороженой и 100 граммов моркови. Клюкву, морковь выложите в блендер, добавьте квас и стакан льда. Взбейте до однородной массы. Готовый напиток перелейте в бокал, оформите ягодами и кружочком моркови. Держите себя в форме, присылайте свои рецепты на наш сайт нашиновости.тв. А мы желаем вам с Андреем полезного аппетита. До новых встреч!